Чтобы оценить масштаб соревнований по легкой атлетике в корпоративной спартакиаде, достаточно привести несколько цифр. На легкоатлетические старты 21 и 22 июля вышли 282 сотрудника ВСМПО, а в состав российской сборной для участия в Олимпийских играх в Токио уехали 335 спортсменов. Очевидно, что легкая атлетика – одно из самых масштабных спортивных мероприятий градообразующего предприятия. Как и выступающие в эти дни олимпийцы, все салдинские физкультурники верили в победу. Задолго до спартакиады самые целеустремленные из них – нарезали круги по беговым дорожкам стадиона «Старт», прыгали в длину в специальном секторе спортивного поля, отжимались, подтягивались, серьезно готовились к главным легкоатлетическим стартам сезона. Правила забега на 1500 метров, будьте аккуратнее, не будете ставить легкоатлетические дорожки во время забега. К популярным летним заводским состязаниям присоединились и городские спортсмены, а также подростки и пенсионеры. Самому молодому участнику 14 лет, а самому старшему 72 года. В программу двухдневной спартакиады вошли спринтерские забеги и пробежка на длинные дистанции. Участники соревновались в прыжках в длину, девушки метали мяч, а мужчины толкали ядро. Результаты шли в личный и командный зачет. Победителями в первой группе цехов стали тренеры цеха номер 51. Во второй группе самыми быстрыми оказались студенты колледжа, а в третьей группе хорошие результаты показала команда цеха номер 26.